В Башкирии прошло собрание, посвященное профилактике экстремизма и терроризма. В Словате на базе комплекса соборной мечети состоялся выездной меджлис имамов Духовного управления мусульман России. В обсуждении актуальной для всего общества темы приняли участие представители православной церкви. На встрече в первую очередь обсуждались вопросы сохранения мира и стабильности в межконфессиональных и межнациональных отношениях. От Словацкой епархии в качестве почетного гостя в заседании меджлиса принял участие епископ Словацкий Кумертауский Николай. В своем выступлении владыка обратил внимание делегатов форума на актуальность вопроса строительства мечетей и храмов в тюрьмах и колониях и выразил уверенность, что при наличии этих религиозных учреждений в исправительных учреждениях вполне возможно было бы избежать тех печальных последствий, которые произошли прошлым летом, когда в одной из колоний Башкортостана вспыхнули волнения.